А вон Серега. Ну так а что? Не выселяет еще тебя этот? Да уже как бы что там, уже пора уже выселяет. А вон что? Не, ну он говорит, что давай сейчас, если это же выехать, денег не будет. Ну да. Я вроде, ну и смотреть, когда же денег не будет. Ни телефон, ни денег, ни телефон. Ну, так и придется жить. Ну, не, ну, все равно получается. Пока живи еще. Да. Так, Серега, ты что помоги, ты что помоги? Там людей мало. Вдохновенные такие. Олег с Одессы приезжал. Как, не знаю, как его. Яге проводил. Но я на Яге не был. Такой он. Он уже такой в возрасте. У него такое лицо, что глаза такие. Такие, ну... Браманические, такие шаманские даже, знаешь, это. Ну, короче, прикольно, мне понравилось, как он давал. Вот такой, у него такая уверенность, он еще с другим пробку приехал, такие прямо, ну прямо со, на все эти, как они называются, на все случаи какие-то у него такие истории, там ответы, все это. И знаешь, вот есть люди, которым дай одно слово, он его развернет на всю коту. Вот он такой. Да, ну вот. Видишь, как я выскочил? Прикинь, вышел, поехал в храм, и у меня лапа, короче, полностью разрывается. И что, пришлось вернуться, я уже по-быстрому, автобус же там через каждый, только через один час. И первый попавшийся, все, думаю, так. А сейчас я чувствую, что прохладненько еще так гулять. Да. Так ты еще погулять хочешь? Не, ну я думаю, ну вообще как бы это. Алеша по ночке снимается, снимается.